Мастера делают свое дело. Это называется мастер-класс. Сейчас объявил, кто пила второй раз, то есть у нас закончился конкурс, так? Ну вот еще такая вот из дерева такое вот создание, которое сделал Мистряков Владимир Андреевич. Торчащие руки вверх к небу. Вот. Ну пойдем станцуем, пойдем станцуем. Пойдем в центр танцевать. Поклонись, пожалуйста, всем твоим почитателям. В вашем лесу. Спасибо. Спасибо, Сергей. Владимир Филатов, Алексин, город. Основная работа в поисках синергии. Спасибо, Жень. Андрей Большаков, Кинешма, Москва. Подойди, пожалуйста, сюда. Утро в лесу. Это лебеди. Лавочка с лебедями. Круто. Кирилл Сапелов, ты где? Он просто сбежал с площадки. Он здесь на площадке. И его основная работа — это качель-балансир. Ране. Сегодня приехал в поддержку, в первую очередь, он приехал в поддержку Карины и самостоятельно... Спасибо. И очень скромно спасибо гнетать обстановку, что это шедевр. Да, да, это шедевр. На самом деле, мой помощник, это... Мы единая команда с Ильнаром. Это человек, как тихо река течет очень глубоко. Дорогие друзья, вы присутствуете, ну, последний день фестиваля, да, последний день фестиваля, в форме первый. Седалич Леонид, город Москва, вот такая фигура из дерева, медуза Горгона называется. Дорогие друзья,
Сейчас очень важное сообщение. Люди волнуются, думают, а куда уйдут эти фигуры? Кому же они достанутся? Мне! А вы думаете, кому? Мне! А опасностью у нас будет вот этот гвоздь, настоящий. Ага, все время. Ну и надо туда пройти. Конечно же. Алексей, скажите, какой рукой вы пишете? Вот сюда зайдите. Правой, давайте левую. Левую руку. Немножко переживаю за вас, Алексей. Не надо переживать. Вот тогда поехали. Нормально все? Да, конечно же, это пластиковый и резиновый гвоздь. Это было для начала. Теперь все, Алексей, по-настоящему. Проверяйте, настоящие ли это гвозди. Нет ли каких-то здесь подвохов? Можете ручкой вот так вот потыкать в них. Алексей, играли когда-нибудь на перске? А, прекрасно. Ваша задача запомнить, где нет гвоздя. Договорились? Где нет гвоздя? Вот так, лицом только стойте, чуть поодаль от меня. Где нет гвоздя? Ну, чтобы вы не переживали сильно, я накрою их колпачками бумажными. Алексей, запомнили? Где? Перемешивайте сами. Перемешайте. Перемешали, Алексей? На всякий случай проверьте, где нет гвоздя. Ну, на всякий случай, вдруг ошибаетесь. Алексей, вы еще не запомнили, что ли? Запомнил. Где гвозди? Не может быть такое, не может, чтобы везде было опасно. Алексей, а теперь играем в игру. Дам вам доллар, если вы угадаете, где нет гвоздя, и ударите. Где? Здесь? Здесь гвоздь, Алексей. Алексей, уже доллар. Куда? Вот сюда? Все, доллар проиграли. А ударить хотите? Вот сюда. Сюда? Да. Стоп, стоп, вы что делаете? За доллар своего здоровья губите. Алексей, вот здесь нет гвоздя. А здесь везде гвозди. Алексей, но давайте поступим по-другому. Давайте будет один гвоздь и две пустые планшетки. Запомнили, где гвоздь? Где опасность? Запомнили? Перемешивайте. Не обязательно. Ну ладно, отвернусь. Все? Да ничего страшного, Алексей. А где есть гвоздь? Где гвоздь? Вставайте справа от меня. Правой пишите, давайте левую сюда ставьте. Держите только, держите крепко. Держите. Видели когда-нибудь, как такие фокусы у иллюзионистов не получаются? Сейчас не получится. Один гвоздь и две пустые планшетки. Держите вот так вот, чуть пониже, держите. Раз, два, три. Алексей, да здесь нигде нет гвоздя. Аплодисменты вам. А доллар вы потом на туалетной бумаге заработаете. Аплодисменты Алексею. Ну, а мы будем переходить.